Добрый день. Сегодня хотим представить нашу обновленную коляску из Pira Art, коллекция 2022 года. Мы ее получили вот сейчас первую в январе, поэтому снимаем еще обзор в новогоднем антураже. Сейчас вам расскажем, как она изменилась в новой коллекции. Основные изменения, которые получила колясочка в коллекции 2022 года, это разрешенный вес для малышей. Теперь он составляет 22 килограмма. Бампер теперь откидывается, открывается и откидывается на 360 градусов. Он сейчас черной эко-кожевой отделочки, и также изменился цвет ручки для родителей, тоже черная гладкая эко-кожа. И появился новый цвет в линеечке, такой синий Blue Fog называется. Espira Art – самая легкая коляска в линейке Espira, вес ее 6,5 килограмм. Капюшон в Espira Art удлиняется, то есть вы открываете вот здесь молнию, удлиняете капюшончик, закрываете малыша от солнца, ветра, посторонних глаз. Спинка регулируется многопозиционно, то есть как специальным механизмом, как остановили, так спинка остановилась. Вот это самое нижнее положение для сна. И вот таким образом поднимается подножка. Длина спального места 80 сантиметров и ширина 30. Коляска представлена в 5 расцветочках. Они отличаются капюшонами и накладками на ремешки. Чехол на ножке идет в комплекте во всех колясках черного цвета. Вот так вот он надевается. Здесь есть светоотражающие полосы. На задней части капюшончика есть вот такая секция для проветривания. Открываете молнии, подкручиваете, одеваете на карабинчик и на летний сон малышу так будет комфортнее. Спинка регулируется многопозиционно. Это аналог ремешковой системы, только более усовершенствованный. Поднимаем спинку, подкручивающуюся такими движениями. Если нажать пальцем, то это будет бесшумно. Опускается нажатиями. А убрали руку, значит, зафиксировалась спинка. Под обновленный бампер. Он нажимается вот здесь клавиша и вот так откидывается полностью. Можно либо с одной, либо с другой стороны, либо полностью снять. Ремешки пятиточечные. Таким образом, накладками. Составные. Можно переставить по высоте. Есть на капюшончике окошко на магнитике для присмотра за малышом. Бесшумное. Ткани водоотталкивающие, защита от ультрафиолета. Корзина для такой малышки достаточно вместительная. Тормоз, система клик-клак. Нажимаете, ставите на тормоз, нажимаете на верхнюю часть, снимаете. Коляска компактно складывается. Мы немножко толкаем спинку вперед, нажимаем фиксатор, основную кнопочку. Вот и таким образом она автоматически фиксируется. Раскладывается также. Нажимаем кнопочку, одну, вторую, и выставляем. Повторю еще раз сложение. Вы в переднюю часть толкаете спинки. И здесь вот есть фиксатор. Снимаем его, нажимаем основную клавишу. Дополнительно можно приобрести сумку фирменную для Espira Art. Она складывается и получается как будто чемоданчик для перелетов, переездов. И можно ее либо нести, либо вести за собой как чемодан на колесиках.